Харьковской области. Сейчас направляемся в сторону Чугуева. Скажем так, сзади нас Мио, если так, немножко для ориентира. Дорога как в сказке. Вы знаете, по этой дороге едем первый раз, понимая, что в Украине дороги могут быть никакие, но мы рискнули. И вот в данный момент мы, конечно, в восторге. Хотя понимаем, что этот восторг сейчас в любой момент закончится. Но будем надеяться на лучшее. Кстати, как думаете, будут скоро уже ямы? Или все-таки у нас получится понаслаждаться долго этой красотой? Напишите в комментариях ваше мнение. А я включаю музычку.